Всем привет! Сейчас мы посмотрим на комплектацию телефона LG Optimus 4X HD, флагман корейской компании. Коробочка стильная, черная, по центру красная полоса. Внизу очень скромно перечисляются основные достоинства и характеристики. Не указано ни разрешение экрана, ни диагональ, ни частота процессора, ни объем памяти. В общем, об этом, обо всем мы поговорим в обзоре в полном. Снимем крышку, вот он телефон. Очень страшная наклейка с пузыриками. К счастью, дисплей в идеальном состоянии. Кстати, на наклейке что здесь? 1,5 ГГц, 4-ядерный, 2150 мА, Quick Memo, Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Достаточно стильно выглядит. Рядом вот у меня есть LG Prada 3.0. Похоже внешне. Крышка фактурная. Приятная на ощупь. Здесь разъем под обычную сим-карту. Нагло его займем. Разъем под карту памяти. Нагло занимать не будем, потому что карточки памяти под рукой нет. Аккумулятор. Емкостью, ну, 2150 мА. Так, вставляется крышка с NFC. Загружается. Смотрим дальше. Наушнички. Неплохо выглядят, но не факт, что звучат хорошо. Кабель microUSB для зарядки и соединения с компьютером. Блок зарядного устройства. Выход у него 1200 мА. Так выглядит конструкция эта. Занятная. Ну а на самом дне документация. На русском, украинском, казахском и английском. Стисли пассивник Кискашану Скау. Первое включение у него. Производится настройка. Робот. Телефон работает быстро, очень быстро. Optimus 3.0 UE здесь интерфейс. Знаком он нам по линейке L-Style. Встроенные приложения. Все очень шустро. Моментально переключается. Мы запланировали сравнение с Samsung Galaxy S3. С HTC One X тоже, скорее всего, проведем тест сравнительный по производительности. Сравним камеру его с несколькими телефонами. В общем, будет интересно. Оставайтесь с нами. Спасибо за внимание.